Приветствую всех подписчиков, зрителей канала Уральская усадьба. Сегодня будем демонтировать две легенды. 3М, 3х3 и 3х4. Каркасы собраны, на бетоне прикручены. Будем перекрывать. Закончили стены, обшили. На одной теплице оба торца готовы. На второй еще только один. Половину и второй глухой. Здесь глухой готов. Все потихонечку по плану. Закончили монтаж теплицы Легенда. 3М. Две теплицы. Одна 3х4. Вторая 3х3. Сварена конструкция с профильно оцинкованной трубы 40х40, арки 40х20, прогоны 20х20, в дверях 20х20 и 20х40 тоже. Поликарбонат 4 мм новатора 0,75 плотности. Фундамент бетон, обшитый плоским шифером, отливы. Все соты защищены торцевым профилем перфолентой. На обоих теплицах стоят форточные блоки по одной паре. Уголочки, обрамление по крыше, по бокам, по углам. На обоих теплицах дверь с форточкой, с крючочками. В теплицах укосина для большей жесткости и система подвязки по две нитки. Теплица стоит на фундаменте, на анкерах. Укосины. Дверь маленько опущена. С перемычечкой. Уголочек стоит, козыречек. Здесь тоже форточный блок на термоприводах, автоматическое проветривание. Дальние торцы глухие везде. Также нитки. Все, мощная теплица, высота 3 метра, плюс фундамент еще, тут вообще высоченная получилась. Такие красавицы. Подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, оставляйте комментарии, заказывайте металлоконструкции. Всем пока!